Сабах Аль-Хир Асхаби. Сабах Аль-Хир Асхаби. Доброе утро, друзья. Продолжаем изучать местоимения Текмеля и Талим Дамир. Можно сказать Текмеля и Зекер Дамир. И там изучать. Или просто вот урок Адерс Текмеля, Адерс Дамир. Продолжаем учить местоимения. Сегодня в нашей теме выражение значения возвратного местоимения. Возвратное местоимение себя. Нафс. Нафс. Видите? Не, нун, фи, фе, син. Се по-русски. Нафс. Три буквы. Также запомните. Нафс. Нафс. Себя. Может играть роль определительного местоимения. Какое местоимение? Сам. Сам. Сам там, сама. Поняли, да? Себя, сам. На примерах приведем пример. Он спас себя. Вот это слово. Он спас себя. Хова анкз нафсу. Вот хова анкз нафсу. Нафсу. От слова нафс. Дальше. Она сама написала это письмо. Хея кетепт эльгавап, да, нафсея. Хея она кетепт, уже прошедшее время, т в конце, написала эльгавап письмо, да, это нафсея. Она сама написала это письмо, сама, нафсея, нафсея. И запоминайте каждый день обязательно по 5 там слов обязательно учите, зубрите, кто хочет писать и говорить на египетском. Алфавит. Харуф. Вот он алфавит, видите? Харуф. Х там читается без всяких точечек. Видите? Вот она х. Вот это х. 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 Без всяких точек. Харуф. Из горла это х выходит. Буква харф. Харф. Также х производится. Харуф. Харф. Харуф. Харф. Слово кельма. 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 А предложение гомля. Гомля. Кельма. Гомля. Кельма. Гомля. И вот мы уже знаем урок адерс. Урок адерс. Смотрите, друзья, здесь написано альдерс. Альдерс. Лим. Лим. Не читается здесь. Мы будем изучать, почему. Потому что дальше дель буквочка идет. Просто запомните, это солнечная буквочка. Перед солнечными не читается «эль». Это следующее правило будет. Дальше. Книга «Катеб». Тетрадь «Караса». Ручка «Алям». А если бы я написала здесь карандаш «Алям Русас». Запомните русский. «Алям Русас» – это карандаш. И еще знакомое будет слово «Алям». Такое длинное «А». «Алям» – это будет «мир». «Мир». «Алям». Напоминаю. Алфавит. Харуф. Это буква. Харф. Слово. Кельма. Предложение. Гомля. Урок. Адерс. Книга. Кетеб. Тетрадь. Караса. Ручка. Алям. И правил. И харуф. Повторим. Алев. Б. Т. Си. Гимн. Внизу точка. Ха. Харка сейчас. Наверху точка. Ха. Вот из горла. Без всяких точек. Дель. Зель. Резин. Син, щин, щин с тремя точками. Са, дат, дат наверху точка. Та, за, то, наверху точка. Дальше идет фи, одна точка. Каф, наверху две точки. Кяф, вот она, закорючка, две. Вот это последнее, вот последнее. Вот это только в конце слова пишется. Дальше лэмэне по-нашему. Лим, мим, нун. Ха, га, га, хижам, хижам, имя такое. Это вот это будет буква произноситься. Это в серединке слово пишется. Это в начальное. Так. И в конце. И вау. Вау. Когда был ее в английском. И е. Вот эти буквочки. Все, пожалуйста. Каждый день зубрите алфавит. Алев битиси. Гим кха-ха. Дализель. Резин. Син син. Сада таза. Фи. Каф. Кяф. Лим. Мин. Нун. Ха. Га. Вау. И. Ну, спасибо, щёкран. Желаю удачи.